Как использовать видео в PowerPoint? Слайд с видео сделает ваше выступление более динамичным. Например, вместо фотографии можно использовать видеоролик в качестве иллюстрации. И такой титульный слайд точно привлечет внимание ваших слушателей. Профессионально снятое видео можно найти на некоторых фотостоках, в том числе бесплатных. Допустим, нам нужно найти видео по теме строительства. Заходим на сайт pexels.com. И в строке поиска пишем «Строительство». Сайт предложит нам несколько тысяч фотографий, но под строкой поиска есть кнопка «Видео». Нажимаем на ней, и сервис показывает нам короткие видеоролики про стройку. Если навести мышкой на видео и подождать пару секунд, то мы увидим превью. Мы выбираем видео, которое нам понравилось, открываем его и нажимаем «Скачать». Теперь нам нужно разместить видео на слайде. Это легко. Его можно перетащить на слайд, как обычную фотографию. При необходимости мы можем его растянуть, чтобы он занял всю поверхность слайда. PowerPoint позволяет менять некоторые базовые настройки видео. Мы кликаем на самом видеофайле. Сверху открывается вкладка «Воспроизведение». Нажимаем на ней. Здесь есть несколько настроек. Мы можем отключить, ну или наоборот оставить звук. Программа позволяет показывать только фрагмент видео, если нас интересует какой-либо конкретный момент. Мы нажимаем «Обрезать видео» и выделяем нужный нам фрагмент. В меню «Повтор» мы можем зациклить видео, чтобы оно показывалось без остановки. Это очень удобно, когда мы хотим показать наше видео в качестве заставки перед выступлением. А еще мы можем решить, как запускать видео. Если зажата галочка по щелчку, то сперва показываем слайд, и для запуска нужно будет кликнуть еще раз. Эта функция пригодится, когда мы хотим сначала прокомментировать видео и только потом его показать.